Привет всем студентам Ставропольского края. В студии Дмитрий Евдокимов, и это программа «Студент АУ». Программа, созданная специально для молодежи. На этой неделе лучшие из лучших студенты из СГАУ получили именные стипендии губернатора Ставропольского края и молодежную премию в области науки, инноваций и инициативы «Премия-2020». В этом году торжественная церемония вручения стипендий губернатора Ставропольского края была приурочена к Международному дню студентов. Все мы – это действительно команда Ставропольского края. Команда людей, которые сегодня работают, команда людей, которые сегодня учатся и готовятся прийти в Ставрополье, в Российскую Федерацию для развития нашего края, нашей страны. О том, каким видит свой университет в 2020 году лауреат молодежной премии 2020, рассказала Светлана Долгополова. Студенчество растет, и с каждым годом мы доказываем, что непосредственно и уровень образования, и активность студентов, и их работа на разных площадках, как краевых, так и всероссийских, она растет с каждым годом. Поэтому думаю, что мы будем еще более успешным вузом, чем сейчас. Традиционно студенты и аспиранты из ТГАУ в числе лучших. 9 человек получили губернаторскую стипендию, и 2 стали обладателями молодежной премии в области науки, инноваций и инициативы «Премия-2020». Ее присуждают ребятам, которые победили на международных и всероссийских конференциях, фестивалях, конкурсах, активистам общественной жизни, ребятам творческим, неравнодушным, креативным. Конечно, в наших успехах, в нашей победе есть большинство наших заслуг, но у нас бы не получилось ничего без такой мощной поддержки нашего вуза, Владимира Ивановича нашего Трухачева, и без созданной такой качественной образовательной и творческой программы площадок в университете. Заслуженная награда стипендиатов этого года – пример другим не лениться, жить яркой студенческой жизнью, не бояться проявлять себя в разных ее сферах. О пользе спорта все уже сказано. Даже в песне поется, давно девиз известен, что важен и полезен любой из видов спорта и в возрасте любом. Студенты Аграрного убедились в этом, когда болели за своих преподавателей на традиционной 15-й спартакиаде «Спортивные олимпы СТГАУ 2015». На главной спортивной арене университета были подведены ее итоги. Награждение победителей и призеров вылилось в большой спортивный праздник. Начался он с парада участников, представления почетных гостей и приветственного слова главного судьи соревнований, ректора Аграрного университета Владимира Трухачева. Соревнования проходили по 12 видам спорта и 2 статусным номинациям. Всего в спартакиаде приняло участие более 300 человек. Здоровый образ жизни – это не пустые слова. Им и нужно, и надо заниматься. Заботиться о себе, о своем здоровье, о своем физическом состоянии. Это во-первых. Во-вторых, данный вид соревнований нам помогает немножко отвлечься от повседневной рутины деятельности, подружиться, сблизиться друг с другом. Главный кубок соревнований ректор Аграрного университета вручил команде факультета агробиологии и земельных ресурсов и экологии и ландшафтной архитектуры. Также кубками, дипломами, памятными призами были награждены победители и призеры в личном и командном зачетах. Церемонию закрытия соревнований украсили показательные выступления гимнасток и танцевального коллектива «Стильные штучки». Ректор университета Владимир Трухачев особые слова признательности адресовал представителям старшего поколения профессорско-преподавательского состава, всегда активно принимающих участие в спартакиаде, заряжающих молодежь оптимизмом и силой духа. Не расстанусь с КВНом, буду вечно молодым. 2 команды Аграрного университета «Хали», «Гали» и «Карате» боролись за выход в финал Ставропольской студенческой лиги КВН. В полуфинале соперниками веселых и находчивых нашего университета были 11 команд. Итак, представьте, девушки пришли на фотосессию в зоопарк. И, конечно же, что-то пошло не так. Смотрим. Переваривает. Настя, ты уверена? Конечно, столько лайков наберу, вот девки обзавидуются. В итоге команда КВН «Карате» заняла 2-е место и обеспечила себе участие в главной игре сезона. Также другая команда КВН «Группа энтузиастов», защищающая честь нашего университета в Кавказской лиге КВН, доказала еще раз, что искрометный юмор у них в крови, и вышла в финал. Нас пришел поддержать Ставропольский государственный аграрный университет. И мы сделаем все, чтобы рассмешить наших друзей. Серый, отстань от меня. Вообще-то я записался на курсы жалкой самообороны. Это как? Смотри, нападай. Ай, дяденька, не трогайте меня. Я и так жирный, меня даже собака бросила. Да ладно, вставай.
Обе игры пройдут в начале декабря. В то же время в стенах Аграрного проходит внутривузовская лига КВН. Недавно прошла 1/4 игра, по итогам которой лидируют сразу 3 команды. Факультет социально-культурного сервиса и туризма, факультет механизации сельского хозяйства и факультет агробиологии и земельных ресурсов и факультет экологии и ландшафтной архитектуры. Полуфинал будет проходить после Нового года, а в финал выйдут 4 команды по результатам прошедших игр. А до следующего выпуска «Студент АУ» осталась ровно 1 неделя. Главное, помните, поступайте правильно, поступайте в Аграрный университет.